Привітання! Сьогодні у нас перший раз в цьому сезоні горний біг чи трекінг в горах. Але нечто буде чудовне. Сьогодні ми з тобою поспробуємо рухатися по цій маркірованій стежці біло-червоно-білими рисками наперед. Вода в горной реке холодная, ледяная. Стежка с этими камнями для меня у новину николи не бегал. 10 годов тому великая колькость лесов в этих краях была пошкоджена мощным ураганом. Бег, поспробовал. Немагчыма. Острые камяни и за их углы чапляется протектор кроссовок. Чистого бегу вельми мало. Только на выбранных эксклюзивных участках трассы. Ведаешь, як на старте поклал заплечник навигатор, так полторы годины до его и не дотыркался. Рухаюся так по гэтых белых рыска маркированной стежцы. Что, до той горы? Каменистая стяжинка вьется и уходит в самую вышиню этих гор. Ведаешь, стою на этом горным схиле. И вельми дрэнна, что в гэты час у мяне нема поплечника для сённяшней горной аферы. Вось бы туды. А вось наша вышиня. Yes. Горы. Як же тут тихо. Ніякого гука. Але, калі б мне сподобались подобные скалы, то я б был альпинистом. Але у меня бег, потому что мне сподобаются не скалы, а зеленые горы. Апошний погляд на нашу гору далее вниз.
Вертаємося в зелені гори. У ніс нік веселіє. А ось тут щеплені моїх кросовок просто супер. Голодався. Ось моє снідання. Вигляд неестетичний. Смажений банан. Але вниз біг по гэтых камянях і ажыццявім і дарэчы гарманіч. Дзіўны горны край, амаль 25 горных вяршынь вышынёй за 2,5 кілометри. А яшчэ горныя пячоры і шумныя вадасходы. Ледь не цілий год я ждав цього моменту, щоб опинутися в цьому місці. Горний водосход шуміть внизі поміж двох горних ланцюгів, у вершинях яких не растал летом снег. Все. На сегодня. До следующего пробегу. Покуда. До побачення.